Магомед Мурат Дадаев, Дагестан. Мастер спорта, город Махачкала. Тренируется в спортивной школе имени Садулаева. Его тренер Эльдар Нажмутдинов. Победитель и призер многих международных турниров. Его соперник Абдулла Цацаев. Чеченская республика, мастер спорта, спортивный клуб «Ахмак». Его наставники Шаркуди Юсупов, Руслан Бадал. Победу на коврице одержал Аманулла Гаджимагомедов, Дагестан. Приглашаются на ковер С. Дмитрий Зайнендинов, Красноярский край. Загид Гаджимагомедов, Республика Дагестан. Красная трибуна Кабрица Дмитрий Зайнединов, Красноярский край, Академия борьбы имени Дмитрия Мендиашвили. Лучший спортивный результат – бронзовая медаль на международном турнире серии Гран-при Ивана Рыбин. Победитель международного турнира Байкала Кобен.
Борец в синем трико Изигит Вахшикаримов, Республика Дагестан. Спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо», город Махачкала. Тренируется под руководством Ильдара Гайдарова. Серебряный призер первенства мира. Победитель первенства России. Борца Рамазана Абудзагида, Республика Дагестан, училище Олимпийского резерва города Хасавюрт. Тренируется под руководством Загида Ахмеда Магомедова. Синим трико Максим Судаков. Команда Республики Бурятия, параллельный зачет, Забайкальский край. Тренер Мунко Мунтажаргал, первый тренер Аюша Дагдубжаков. Максим – бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Победу одержал Магет Гамет Мурат Дадаев, Дагестан. Приглашается Альбик Петросян.